Итак, акробатика. Мы заходим, введение под мышкой, далее партнершу ставим на зрителя, перехватываем левую руку за талию крепко, правую руку под колено правой ноги, делаем красивый выход, аккуратненько ставим, переводим руки сюда, и можно развернуть. Вращение. И опять. Далее у нас роллы, да. Стали в раскрытие, сделали роллы, отправили партнершу вперед, там ее держим, где угодно, можно за талию, можно за плечо, как удобно. Возвращаем ее назад, мы обходим ее. Далее сразу на месте, не двигаясь назад, вращение. Шинеда или что? А потом уже вместе с партнершей отправляем ее на раскрытие. Еще по быстро. Ногам шине или что там? Шине по рукам. Можно повернуться на одной ноге, на левой. Вот на одной прикольно. Лучше, да? Чем на. На одной оно как-то более вертикально выглядит. Ну и отлично, тогда просто берем хороший замах. Левый плечо. Убираем назад. Тогда вращение на одной ноге получится. Далее партнер. Так, а по моим шагам. Я там не совсем понимаю, как вот там стоять. Тут окей, да? Роллин мы сделали, у нас правой впереди. Правой впереди. Да, вот здесь. Далее партнер отправляет на эту правую ногу. Дальше немножечко продолжает вести вперед на левой ноге. Дальше начинает обходить у вас правая, левая, правая, остается впереди. Пока он вращает, правую ногу убрать на раскрытие. Вот это важно. Так, что еще? А мужские вращения, да. Там... Мужские вращения. Есть шаг с поворотом. Это когда мы выносим ногу вперед, переносим вес, делаем полповорота на левой ноге, полповорота возвращаемся, остаемся на левой ноге, чтобы снова повторить это движение. Шаг. Полповорота. Полповорота. Шаг. Полповорота. Полповорота. В итоге выглядит таким образом. Причем еще исполняем руками. Когда у нас есть шаг, у нас выходят руки. Когда мы делаем поворот, и опять раскрываются. Потом для того, чтобы исполнить шине поворот, мы начинаем тоже с шаг поворот, а ход потом такой же. Полповорот, полповорот. Мы там на носках стоим, покажи на носках вот стоим. Мы то на правой ноге. Да, на носке, да. На левой ноге, на правом носке. Да, потом опять переносим вес, вот левая свободно, да. Чтобы закрутить. Переносим на левую вес, свободно, закрутились. Да, вот это, супер. Отлично. Мы вот так переходим, но при этом еще поворачиваемся в корпус. Отлично, супер. Еще у нас была тема взаимный спин-поворот. Да. Так, через смену по животу. Далее. Прем и от этого замочка выталкиваемся. Да? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, там важно, вот ты еще расскажи, что важно. Что важно, мы корпусом и к центру начинаем двигаться. Не центр двигаем руками, ни парень, ни девочка, а мы к центру двигаемся. Раскрываем грудную клетку, чтобы именно ей закрутиться. Именно ей вращаемся. Очень важно еще в момент, что мы не левым вращаемся, а правое не используем. Потому что в таком варианте у нас будет плечи собраны. Мы раскрываем левое, а вращаемся правым назад. И тогда наша грудная клетка максимально раскрыта во время вращения. Да. Нога собирается к ноге, чтобы не была где-то там, не болталась ноги, в воздухе. Ноги вообще не работают, то есть на одной ноге упор, а другую ты убираешь. Ну, у нас не то, что они не работают, у нас активно работает стопа, чтобы повернуться. Да, то есть корпус, он, конечно, вращает и делает вращение, но стопа, если будет не работать, например, колено сработает, то вылег колено сразу. Поэтому желательно стопой сработать, чтобы колено было и стопа смотрели вместе. То есть у нас корпус, да, но вот сейчас стопа будет активно поворачиваться. Да. То есть есть такой вариант исполнения, не очень хороший, когда вот тут все работает отлично, начинает вращаться, нога еще не сработает, начинают вот такие зажимы, большие косточки. Как это выдержать? Просто об этом думать.
знать, что вот у нас вес полностью на носочке, на пятке веса нет, чтобы когда во время поворота стопа сработала в первую очередь, в том числе, вместе с поворотом. Хорошо. Сейчас она не осталась. Потому что если она еще остается, то у нас невыворотная позиция получается.